поедем? В Сан-Франциско! А, США! Непривычно рано сезон открыли столичные велосипедисты. Вместе с ними на прогулку отправился и Александр Авдевич, для которого колеса его кресла, увы, не спорт, а целая жизнь. Такой флешмоб 31-летний житель Лиды задумал, чтобы привлечь внимание к большому проекту. У меня план проехать 6 тысяч километров. Я хочу добраться из города Нью-Йорка до города Сан-Франциско. Метафора сегодняшнего флешмоба такая, что ребята-велосипедисты поддерживают меня. Они меня сегодня тянули при помощи таких веревок по велодорожке, как бы символизируя этим свою помощь. Осуществить путешествие можно только на специальном ручном велосипеде. Свои идеи поделился и в интернете, и сейчас собирает деньги. Я думаю, что после того, как я приеду, если мне, конечно, удастся это сделать, я уж точно открою зал активной реабилитации у себя в городе, в котором совершенно бесплатно смогу заниматься, помогать, дружить, собирать с такими же ребятами, которые в колясках и которые нуждаются в реабилитации. После аварии 5 лет назад, из-за которой Александр оказался парализован, пришлось учиться жить заново. Теперь этому учат других в авторском блоге. Сейчас мы проведем эксперимент, как это все будет выглядеть на дорожке. И это только пример тяжелых тренировок, которые помогли совершить большое путешествие. Чтобы поплавать в Балтийском море, он проехал 500 километров. Наконец-то я добрался до моря. Просто райское место. Со временем меняется твоя психология там, от обычного человека, уже человек, который в инвалидной коляске, где ты начинаешь по-другому мыслить, по-другому ко всему относиться, и почему бы это не описывать. Такое информационное поле, ну, я за то, чтобы оно образовывалось и расширялось. И чем больше становилось таких ребят, чтобы они тусовались, взаимодействовали, пускай даже в своем немножко другом каком-то параллельном мире. Блог о том, как научиться самостоятельной жизни, освоить скандинавскую ходьбу, йогу, тренировать дыхание или стать кандидатом в мастера спорта по плаванию. Стоять все время просто надоедает. Тупо стоишь, ну там подвигаешься, подергаешься. Мне интересно, психологически тяжело, трудно, ужасно. Вот. Но если есть игровой режим, то уже ты от этого отвлекаешься, и тебе становится азартно это все делать. Он тестирует аквапарк и туристические маршруты, снимает успешные примеры трудоустройства инвалидов и дает мастер-классы. Но его мечта – создать бесплатный центр для реабилитации инвалидов. И если бы все попадали вот действительно в такую веселую штуку, где такие колясочники, эй, там, мы тут кино снимаем, давай с нами покатаемся там, а давай потренируемся, то действительно люди бы и реабилитировались и психологически, и физически, и было бы там стать инвалидом не какая-то штука, на которую бы смотрели как сверху вниз. В репортажах Александра каждый человек с ограниченными возможностями как герой. Просто потому, что он помогает другим почувствовать их собственную силу духа. А значит, он уже создал свой мир без колясок, преград и ограничений. Александр Радкевич, Юрий Бовников, наши новости ОНТ.